А у меня распустилась глоксиния, друзья. Смотрите, какая красивая, молоденький цветочек такой. Вот, мне подруга давала обычный листик, маленький такой, небольшой. И вот из листика я ее вырастила. Вот такая красивая глоксиния. Я раньше как-то занималась ими. У меня много было. Красные, яркие, голубые, синие, пятнистые такие, вот как тигровые. Но они привередливые, хочу я вам сказать. Они как бегония, боятся перелива. Вот. Они же клубневые. Вот. И они боятся перелива. И по неопытности я их, короче, залила. И они у меня пропали. Вот. Вот. Ну и теперь я уже знаю, как с ними нужно обходиться. И буду стараться, чтобы не допускать повторных ошибок своих. Так что вот такие вот у меня дела, друзья. Вот с вами радуюсь. Вот такой красоточки. Вот она. Красивая такая, молоденькая, красивая. Земелька у нее хорошая, садовая. Она у меня стоит здесь на балконе. Ветерок дует. Здесь ей вообще хорошо. Листва вон какая, видите? Прям вообще. Красота. Вот такая красоточка. Так что, друзья, любительницы цветов комнатных, заводите глоксинию, не пожалеете. Такую красоточку. Очень красивый цветок. Да и они вообще сами по себе. Сортов много у нас. Так что вот. Они, понимаете, они вот цветут, цветут. Цветочек очень долго держится, хочу вам сказать. И они потом вот здесь они все распускаются, и они как букет смотрятся. Вот, они по одному не цветут. Они как-то все кучкой цветут. Все кучкой. И вот серединки лезут, лезут, и там дальше лезут. Цветочек держится достаточно долго. И потом это так смотрится, ну прям как букет. Вот здесь вот так вот, как букет. А здесь вот листья. Очень красиво смотрится. Со временем ее нужно будет пересаживать в более большое кашпо. Сейчас у меня вот такое. Вот, достаточно хорошее ей для ее, так как она молоденькая. Но потом она будет сидеть, наверное, может быть, год в этом кашпо. Потом я посмотрю. Если ей места мало будет, то я пересажу. По головке посмотрю. Она цветет, цветет, вот. А потом она перестает цвести. Ее нужно будет обрезать под корень, ну как бегонию, убрать в темное место. Я ставлю под ванну, там прохладно и более такое место темное, хорошее. И весной ее достаешь, там прям видно, уже листочки начинают выглядывать. И ставишь домой на окошечко, она наращивает листву. Наращивает листву, а потом уже начинает и цветоносы свои выпускать, бутончики. И потом все лето до поздней осени она вот так вот вас будет радовать. Вот такая красота. Так что, любительницы цветов комнатных, спокойно можете заводить себе такую красоту. Не пожалеете. Вот. Ну, а на таком коротком видео, друзья, хочу с вами попрощаться. Пишите комментарии, задавайте вопросы, ставьте обязательно пальчик вверх, подписывайтесь, мои хорошие. Я с удовольствием отвечу на ваши комментарии. Что могу, подскажу. До свидания, до новых встреч. С вами была Марина, канал «Загородная жизнь».